представители объединения молодых специалистов акционерной компании «Алроса» организовали благотворительную акцию. Крупы, консервы, овощи, бесплатный продуктовый набор они вручили ветеранам «Алроса». Продолжит моя коллега Анна Винокурова. Молодых специалистов компании «Алроса» мы хотим вас поздравить с праздником. Пожелать вам здоровья, долгих лет жизни. Низкий вам поклон и большое вам спасибо. Многие ветераны войны, тыла и дети войны по состоянию здоровья не могут посещать праздничные мероприятия Дня Великой Победы. Молодые специалисты акционерной компании «Алроса» решили принести ветеранам праздник в дом. Мы составили список продуктов. С помощью предпринимателей города Мирного мы разработали продуктовый пакет. Предприниматели – это магазин «Советская 5» и магазин «Лимон». Большое им спасибо, что они откликнулись по своей доброте душевной и помогли нам. Пакеты с необходимыми продуктами получили 8 ветеранов, которые живут в столице Алмазного края. Помощь небольшая, но даже малейшие знаки внимания радуют их. Мы всегда будем помнить то, что они для нас сделали. Большое им спасибо. Спасибо. Отрадно, что объединение молодых специалистов помогает тем, кто прошел через все ужасные тяготы войны, не только в канун Дня Победы. Регулярно волонтеры-тимуровцы выходят на помощь ветеранам-победителям. Анна Винокурова, Алексей Меркулин, Тимур Шережик, телеканал «Алмазный край».